Друзья, привет всем! Мы находимся сегодня в Тосмуре. Сегодня буду опять же для вас срочную продажу по хорошей цене. Квартира 1 плюс 1. Буду показывать. Находимся мы в таком вот замечательном жилом комплексе. Я до сих пор в шоке, конечно, от жилых комплексов города Алании. Посмотрите, какая вообще красота. Комплекс у нас новый, но в нем уже живут люди. Как раз таки вот эту квартиру, которую мы будем снимать, в ней живет у нас девушка. Живет аккуратно. Ну, сами сейчас все увидите. Идем вот по придомовой территории. Вот так она выглядит, друзья. Представьте, красота. Вот здесь вход. Камеру навожу, все разбегаются в разные стороны. Вот здесь у вас два бассейна, причем большой довольно-таки бассейн. Сейчас мы сюда спустимся, я вам еще все покажу. Летом все это дело работает. Все это дело к лету приведут в полный порядок. Видите, у кого-то такие красивые с террасами квартиры. Со своим садом, можно сказать. И мы спускаемся вниз. Итак, друзья, мы заходим в подъезд. Вот так вот выглядит подъезд. Вообще, у меня нет слов просто. Так, я спускаюсь. Угу. Ну, у вас тут вообще прям красотища. Так, ну вот здесь зона отдыха, да, так сказать? Ресторан. Вот здесь лифт, насколько я понимаю. Ну, вот это лобби, да? Угу. Слушайте, ну вообще у вас тут шикардос. Бильярд, теннис. Смотрите, здесь еще джакузи у них. Бассейн с подогреваемой водой зимний. Здесь у нас выход на летние бассейны. Так, ну и здесь я вижу фитнес-зал. Сейчас туда тоже сходим. Итак, у нас фитнес-зал. Вот так выглядит. Так, и где-то они еще здесь спрятали сауну с хамамом. И здесь у нас получается релакс, ну, что-то зона спа, массаж, массажиста можно, как обычно, пригласить, он сделает массаж. Так. Здесь справа у нас сауна-душ, а слева хамам. Вы вообще представляете, как люди живут, да? Смотрите, красотища какая. Работает все это дело в субботу-воскресенье. Ну, как у нас, в принципе, в комплексе. Не каждый день работает сауна-хамам. То дорого получится. Так, ну и здесь сауна, душ и сауна. Вечером, я думаю, люди придут принимать водные процедуры. Итак, наконец-то мы добрались до квартиры и заходим в саму квартиру. Смотрите, квартира у нас в таких вот белых там тонах, 1 плюс 1, 65 квадратных метров она. Это грязными, да? Я повторюсь, что в Турции, здесь в Алании, считается вместе с кусочком коридора площадь квартиры. Ну, отнимайте где-то 5-7 квадратов. Где-то будет она 60 квадратных метров. А здесь у нас выход на балкон. Такая вот здесь красота. Здесь у нас до моря получается где-то в районе 400 метров. Я предлагаю прогуляться до моря и морем закончим это видео. Давайте так сделаем. Я еще не был на пляже Тосмур, говорят, хороший пляж. Так, здесь у нас санузел. За дверью у нас душевая кабина. Сюда не будем особо заглядывать.
Здесь у нас шкафчики были на входе. Тоже открывать не будем, потому что у людей личные вещи все-таки. Здесь газовая плита. Можем увидеть моющую машину. И здесь спальня. Такая вот спальня. И выход на балкон тоже из спальни. Большой классный балкон. Итак, мы вышли из жилого комплекса. И, как я обещал, идем к морю. Цена. Чуть не забыл. Цена получается за эту квартиру 58 тысяч евро. Это где-то примерно 4 миллиона рублей. У застройщика по 65 тысяч евро он продает. У агентств тоже подороже. Поэтому у нас цена хорошая. Если планировали квартиру себе для жизни, для сдачи, она здесь для всего, в принципе, подойдет. Так, разворачиваю камеру. И идем на море. Давайте, кстати, засекем, за сколько я дойду. Без пяти час сейчас, да? А то, как у нас в Сочи, говорят, 5 минут до моря, а там такими извилистыми дорожками, что и за час не дойдешь. Кстати, да, забыл отметить, что рядом магазин, вот этот Шок. То есть это как у нас Пятерочка, наверное. Удобно, вышел. Ну, здесь, видите, такой небольшой рынок, много всяких магазинов вокруг. Кальян продают, кстати. И получается, вон оно уже море, вон оно, центральная дорога, видите, где машины ездят перпендикулярно нашей траектории движения. Эко я загнул, да? Время у нас, ну, идем мы где-то одну минуту. Итак, мы уже подходим к морю. Идем 2 минуты уже. Так, вот здесь есть подземный переход, что для Алании является большим плюсом, потому что они тут нифига не уступают пешеходам, даже на пешеходных переходах. И вот оно, морюшко, друзья. Песочек. Кайф. Блин, море увидишь, сразу настроение поднимается. Вот такой здесь вход в море. Видите, нету никаких этих плит. Хороший вход. Красота. Что он там пытается поймать, мне вот все интересно. Все, друзья, на этой прекраснейшей просто ноте заканчиваем это видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обращайтесь по недвижимости в Алании. Я сейчас очень активно изучаю все районы, плюсы и минусы районов. Изучаю юридическую часть. Если что, подключим обязательно специалиста, который здесь уже давно работает, который уже все давным-давно изучил. Буду рад вашим звонкам, вашим сообщениям. Сейчас появится мой номер WhatsApp на экране. Звоните, пишите. Буду рад. Всем пока. Друзья, в качестве постскриптума, не помню, сказал я, не сказал, в данном жилом комплексе имеются определенные нюансы. Поэтому перед принятием решения обязательно задайте вопрос, какие, проконсультируйтесь обязательно. Есть там небольшой нюансик один.